Всем большой привет! Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Берем 500 граммов слоеного бездрожжевого теста и делим его на прямоугольники или квадраты со сторонами до 10 сантиметров. Затем на каждом кусочке теста срезаем два уголка. С помощью небольшой крышечки обрезаем узор на края с трех сторон. Четвертую ровную сторону собираем воедино. Дальше с помощью деревянной шпажки делаем 5 продольных вмятин. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Обращаю ваше внимание, тесто раскатывать не нужно. Разморозили и сразу работаем. У меня получилось 8 заготовок. Выкладываем их на застеленный бумагой для выпечки противень. Смазываем взбитым яйцом. И отправляем в нагретую духовку. Выпекаем до золотистого цвета примерно 20 минут при температуре 200 градусов. Готовые ракушки перекладываем на блюдо и даем им полностью остыть. Разрезайте вдоль пополам, не доходя до конца примерно 1 сантиметр. Если в запеченные кусочки теста добавить взбитую с сахаром сметану, получится еще и десерт. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.